Символ государства и символ республики сегодня встретились. Флаг нашей страны в День России украсил склон Бархана Сарыкум. К празднику по инициативе регионального штаба ОНФ была проведена акция «Наш флаг». В этот раз триколор, кстати, самый большой на Северном Кавказе, установили на территории знакового природного памятника и туристического объекта. Наша съемочная бригада следила за развитием событий. Хадижа Курбанова продолжит. Песчаный Бархан Сарыкум – уникальный заповедник Евразии. Группа активистов поднимается километр ввысь на гору, чтобы раскрыть там триколор ко Дню России. Государственный флаг площадью в 1000 квадратных метров на Бархане Сарыкум раскрыли более 100 волонтеров. Все они инициативу регионального штаба ОНФ восприняли с энтузиазмом. Ребят не испугала ни знойная погода на Бархане, ни ветер, который встретил гостей заповедника. Эти даты важно отмечать, потому что каждый раз у нас, получается, идет обновление поколения. И если мы не будем отмечать такие праздники и не будем проявлять патриотические какие-то качества, то тогда будущего у нас не будет, так как без истории нет будущего. Однозначно это для нас большая радость принять участие. И мы вот проводим такую акцию, решили именно подняться на такую гору. Я думаю, что самый большой флаг на сегодняшний день на Северном Кавказе. И команда молодежи ОНФ принимает таких тех больших участий. День России – один из самых молодых государственных праздников в стране. Обойти стороной памятную дату организаторы патриотической акции не смогли. На фоне государственного символа также был исполнен гимн страны. Славься, страна, мы гордимся тобой. Ни одна зараза, коронавирус ли, любой другой враг, когда мы объединяемся в одну великую, интернациональную, патриотическую, мощную семью, мы тогда говорим, вот она, Россия, вот он, Дагестан. Отметим, что инициатива регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан вошла в пятерку лучших мероприятий, проводимых Общероссийским народным фронтом ко Дню России. Хадижа Курбанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Кумтаркалинский район.